Удивите да цифровой цирк на русском. Сегодня я расскажу, как посмотреть цифровой цирк на русском. Для начала в поиске YouTube мы вводим удивительный цифровой цирк и находим видео от автора Glitch. Далее нажимаем на него и видим настройки. Нажимаем на них и видим раздел «Звуковая дорожка». Опять нажимаем и видим разные языки. Обычно стоит английский язык, но нам нужно выбрать русский или любой язык из этого списка, например, испанский, китайский и так далее. Выбираем русский и проверяем. Отделок. Какую-то странную гарнитуру и теперь у вас есть озвучка на русском языке. Если у вас нет такой кнопки, тогда можете идти на Яндекс.Дзен и найти видео от Мимо Топы. Здесь полная русская озвучка, давайте проверять. Старайся успокоиться, все будет хорошо, новенькая. Все отлично работает. А что они делают? Они... А как они... Клоньки, это маленькие зомби.